страйкер, чувак, нам тут сейчас навешивают пиздец. А что у нас, подожди, у нас разнобой, да? А у них тоже разнобой. А, К-47, наш чувак. Кто? АК-47, вон глазастый этот вулкан. Милова, а он у меня есть в друзьях, по-моему. Бля, у нас, у них трое дистанционных, это херово. Меня больше пугает Вархед со страйкером, ты знаешь. Мне тут Валькирии только ракеты те, что летят на голову. А ты что гонишь, бля, но когда раскачают те ракеты, мы будем обсираться. Вот именно, когда те 4 ракеты, это самое страшное в нее есть. А все остальное как-то не очень меня пугает. Но мне, говорю, вот это двое больше стрелков волнует. О, там уже, блядь, такой движняк. Отходи, они уже заранее это сделали. Я не знаю, надо как-то хитро это все. Сука, блядь. Смотри, как он смотался. Отходи, отходи, они нас заманивают, не надо. А где все? Отходим, отходим отсюда. Мы здесь двое с тобой и все. Вот, отходи под это. Убегай вообще. Бля, нифига себе тут. Я вообще добью это говно или нет? Сучара живучая, блядь. У меня жизни уже. Кобра, кобра его добил. Молодец, хоть что-то, бля. Блять, у меня жизни что-то не очень, блядь. Чтоб там. Что-то мутить, блядь. Ой, я ухожу, блядь, бы тут может быть сейчас жарко, блядь. Ой, хорош, 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 до конца его есть, дожали. Да, сматываются, суки. Ой, я ухожу, ёж твою мать! Ю-ху-ху! Ой, блядь, за мной Вархед, сука, чтоб ты сдох. Держись, малой. Бля, он за мной там где-то шастает. Я тут с такой жизнью, блядь, бегаю, ты посмотри. Что такими чигирями, блядь? Так, идем, идем что-то освобождать. Сейчас, подожди, дай я сосну жизничать там, блядь. Я сейчас тут, блядь, умру где-то. Так, все, вроде бы нормально. Все пошли по дронам, я понял, красавчики. Уже вниз, Олежка, потом сейчас внизу начнется тоже. Да, я тоже так думаю. Идем, идем вниз. Сейчас я уже этого, блядь, им с ними добью. Опа. Буля. Ох. Вы там выдержите? Не-не-не. Уходи, я сейчас уже доканчиваю с этим дроном, чтобы им не оставить. Если вдруг они выйдут. А я сейчас спрыгну на этих пидоров. Так, с этим разобрались, блядь. А-а-а! Сука! А, блядь, вот это ху... Не хотел матюкнуться только что, блядь. Как они их хухунят, блин. Не по-детски. Так, уже хоть подсос жизни есть. Это так убегает! Такие, я сейчас впрыгну им на голову, блядь, богу, блядь. Блин, да давай же, не может перезарядиться эта аптечка никак, я же тут стою, блядь, как тут. Блядь, не отошли, ёж твою мать. Что там? Отошли, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо, дайте-дайте. О, подходите, пацаны, сейчас, блин. Сейчас, подожди, тут надо чуть подкачнуть жизнею. Куда ты сам прыгаешь, ёж твою за ногу? Ничего, бля, я пугаю. Ой, кобра красавчик, он так залетает неожиданно, мне это впирает в нем. Так, надо жизни, жизни, жизни подкачивать. Сейчас отсюда, отсюда, хоп-хоп-хоп-хоп, повысасывали. Ну, на момент, сейчас, сейчас. Есть, все, чуть поднасоснул жизней, теперь можно что-то тут делать с этой башней, может? Вы-то тут этот, дядька плохой здесь. Вальчик. Иду, иду, иду туда, иду туда, сейчас к вам. Ой, малыш, ой, не уйдешь от папки, блядь. И умирай молодым. А эту тоже, сука, мне прыгнуть нечем, бля. А что ты в меня стреляет, пушка? Вархед, вархед, вархед. Ах ты, сука, паршивая, блядь. Ой, сзади, сзади вулкана, давай. А, вообще. Давай, все, иду я. Уху, малыш, не уйдешь там. Бля, что-то жизни мало, реально, бля. Мне так стрёмно с такой жизнью на нем бегать. Нормально. Да нету превращения, бля, мне еще пару секунд осталось сейчас здесь. 4, 3, давай быстрее. Уу. Есть, все. Че там, добиваем этих или не? У, чья здесь, малыш, ты что, не ожидал, бля? Давай, красава, бы я его держал, держал, а, бля. Чик-чик. А! Так я пошел. Ой, бля, меня тут так расстреливают сдалеку, я не могу за линию тут даже пойти.
Не знаю, что бы такое придумать, блин. Они тут как-то стали, бля, ряду там таким конским. О, вы так... Ха, красавчики. Ой-о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 й. Не ушел. Хорош, мы их... Бля, я уже могу превращаться. Сейчас этому жопа, мне кажется, будет. Валим пушку нахер эту сраную. Все, есть контакт. Помоги мне. Куда? Хорош, красавчик. Ух ты, малыш! Ой, уходим, что-то жарко, свет дальнобойный. Да, доктор, текай, бля, куда ты? Сейчас бы мне бы полечил бы, бля, малыш, давай легче. О, красавчик, давай вархеда этого, наверное. Смотри, как он отхватывает, блядь, я просто херею, блядь. Они просто... Да, все, ставь, они уже оттягивают пушки, надо чуть жизни подсоснуть сейчас, бы мне не о чем воевать, блин. Ой, типа, опять вулкан хочет сдохнуть? Что ты не понимаешь этого мужика, блядь? Ты уже как-то бы, блядь... Опа! Ты что, малыш, куда бежим? Блядь, тут так пулеметят, что, блядь. Я отхожу, бы у меня реально уже попандос по жизни. Ах, буля, козел. Что там, помочь надо? А, блин, оставь, не заигрывайся с ним. Может, башню снесешь, у тебя жизни есть? Бо мне жизни надо. Давай сносим башню эту. Подожди, я тут подчищу немного. Убери, сука, блядь! Хорош! Ой, бля, меня убьют сейчас, убьют, ёбж твою мать! Я отпрыгнул нахер. Ребята, вы меня не видели. А мы с Коброй тут булю просто запрессовываем. Сейчас, я телепортнусь, минуточку. Чувак, вы тут... Фу, бля, 12 помощи и 4 убийства. Как тебе, блин, херня? У тебя 15 и 2, блядь. Нехило мы их, не? Видишь, есть поддержка. Все залетают, прыгают, блин, стреляют. Вот это игра толпой. Можно играть. Ты вы страйкера там убьете? Вообще вулкана надо, потом страйкера. Я иду, сейчас его, может, здесь словлю. Где это, блин, бледота? Я не знаю, куда это жоп. Наверное, наверх пошел. Не знаю. Мы его пытаемся высечь, но не получается. Давай идем на дракона, все. Все, пошли. Да, мигай туда этим оленям. Пошли. Не, подожди, они здесь рядом. Спрячемся. Они сейчас все сюда, наверное, приступают. Ну, пускай идут. Надо так сделать. О-о-о. Стоять, малыш, стоять. Давай без этих своих, не намазывай. Ой, ракеты эти сраные, блядь. А, бля, сейчас меня приговорят. Да. Блин, зря мы сюда залезли, Олежка, вылазь как-то оттуда. Да я уже все, я уже как залез, то уже залез. Да пофиг, блядь, уже что смогли, то сделали. Бля, получается, что наши внизу, страйкер с доктором, давайте. Я не знаю, что они там пушку не могут снести, или что один там вархет тут. Телега-то мертвая, бля. Они сейчас пойдут за драконом. Кобра, красавчик. Во-во-во, да. Он сейчас там их высечет. Блять, его сейчас тоже. Да, бля, надо, чтобы он убивал их. Побежали быстро. Да, я бегу, он там что-то творит уже. Он убил, молодец, вообще красавчик. Слышь, что он делает, блять. Все, надо сыпать туда быстренько. Ты вообще запрыгивай с километр туда сразу. Бери там дистанцию примерно на глаз и запрыгивай внутрь. Все. Я сейчас подойду, добьем эту тварь. Кобра у нас красава. Да, он вообще классно играет, молодец. А они, прикинь, как тупанули реально. Стоять, малыш, давай без своих этих ракет, тут непонятных, блядь. Так, пойдем дефить вулкану. Да, идем вниз. Не зря, чтобы мы его. Мы можем на эту красную пойти, бля. А что это у меня за рука сейчас мигала какая-то, не понял, что это была картинка какая-то у меня. Идем разоберем дрона этого. Объект. Не? Не, оставь, да, уже слишком близко. Тут его бьют.
А, да? Они здесь, чувак. Они здесь, блядь. Я иду. А, давай, давай, блядь, бы меня сейчас захерачат. А, блядь. Сука, не таким кодлом. Ай, блядь. Они кучей сучара пошли. Жалко, что мы этого дракона, блядь. Надо было пушку центральную нам сносить, блядь. А этот страйкер вообще пошел за дроном, блядь. Вышли сбоку. Да, блядь. Я ж залетел туда, но ничего не помогло, блядь. Да я ж... Там у них зато башня уже полуживая там, блядь. Это все нормально. Ну, хоть что-то, блядь. Ес, нихера себе, блядь. Еще у нас робот-красавчик. Но страйкер реально олень. Он пошел, блин, освобождать вот это именно дрона не в тему. Был бы он там с нами, блин, все-таки это лучше было бы, как по мне. Так. Так, что мы им тут посносили? Ну, Кобра там хочет затрахать Вархеда, бегает за ним. Ну нам не мапон. Там какой-то вообще, ого, он нарвался. Идем его сейчас прикроем. Идем. А, ой, вот это тоже идет. Малыш, ты меня видишь? Куда бежим? Давай без этих. Давайте не намазывайте здесь, блядь. Блять, уходим, наверное, отсюда. Что-то их до хрена, бля. А вот наша поддержка, блядь. Стоять, бояться, блядь. Ой, ты чё, сука, там охерел, блядь, на моего, блядь. Пошел сраку, блядь. Фу, я еще даже не превращался. Я два раза прыгал. Знаешь, что прикол? Я раскачал же тот прыжок, помнишь? 50%. Олежка, идем на дроне похилимся. Вот этот вот сверху зеленый. У меня получается, если я попадаю с прыжка. Половину, блин, перезарядка. Я еще раз прыгнул им на баштан. Все, хорош. Все, и пошли. Все. И пошли лупить. Идем намазывать. А, это тут что-то у них уже вообще все плачевно, блядь. Я прыгаю, наверное. Не, давай залетаем, блядь. Давай. Все, отходим, отходим. Ой, блядь, я сейчас тут... Ой, чуть не сдох. Ёшь твою... Блядь, я не отойду, походу. Ну, ты залез наверх зря, конечно. Тебе надо было назад отходить. Ты-то его кинул и за ним зря побежал. Блядь, ну... чувак, я спрыгнул. Молодец. Все, я сейчас иду тебе навстречу. Ты там с жизнями, наверное, я вижу, попандосными. Да, вообще иду похилить. Давай это вот, похилимся, можем пушку... Ой, это дрона освободить уже нас. Не-не-не, идем по центру, их отдавим. Они за доктором бегут и за Коброй, надо их отдавить. Да, Кобра назад давай, блядь, мы уже здесь. Чё, врач держит ту толпу, блядь? Стоять. Давай без этого, блядь, не так, рассказывай. Не, давай еще один прыжок, не рассказывай мне здесь. Я же говорю, перезарядка, прикидываешь? 6 секунд, следующая на прыжок. Это бомба вообще. Так, что мы делаем? Вниз пошли. Бля, нам неудобно сейчас, на пушку нарвемся, слышишь? Нормально, она почти дохлая, блядь. Ой, блядь, пошли нахер. Вот этот врач просто какой-то демон, блядь. Стоять, малышка, давай без этих вот. Без всяких движений лишних. Так, всё, иду по полосе красной. Сейчас, надо, чтоб тут и... Вообще можно уже все найти. Ух ты, малыш, куда бежим? Ой, блядь, меня начали конкретно фокусить, блядь. Сейчас я нахилюсь тут чуть-чуть. Так, меня нету, так что вы там... Да мы отходим пока что. А, хотя у них... Да пускай они уже просто в шоке, наверное. О, страйкер, что такое на матне, блин? На матне? Да, на матне, блин. Такой за нами погнал, кувыркнулся, кинул гранату, я бы сейчас прыгнул в него и пострел бы на его фейс, блядь. Давай, баста. Восстань из мертвых. Так, хорош, освободили, блин, и погнали дальше. О, малышня, вы что, охренели, что ли, тут все, блядь, уже, ёпты. Ой, блядь, меня тут так начали что-то фокусить, сумасшедшие, блядь. Бабки нету, бегу. Блядь, сука, меня сняли эти, я бы его добил, я бы еще, видишь, глушнул. Суку такую. Блядь. Что-то я мало умираю в этом бою, ты знаешь.
Кобра 12 рыл настрочил. Просто какой-то зверь, я не знаю, блядь. Там аккуратненько, смотрите, с этим. Не заигрывайтесь. Я здесь еще сейчас буду, будет легче. Чтобы уже танковали по полной. Если появится вдруг сейчас этот дракон, сразу идем на него. Даже мы с тобой вместе, мы выламываем дракона. Даже без всяких... Даже не показываем туда никому. Сами тупо идем, потому что сейчас все пойдут, эти заметят. Если еще и дракона возьмем, это уже будет конец, блядь. Ты скачешь, блядь. Не по-детски. Куда тебя понесло там? Я что-то, блядь, зарядил. Все, я уже готов. Все, на дракона. Отходи. Или там уже котец пушки. Да не очень. Давай на дракона. Отходи тихонечко и сматывайся наверх. Я не хочу испытывать, Вова говорил, что можно Рина самому убить, но я что-то не хочу, бля. Пробовать этот вариант. Давай. Запрыгивай. Давай, ты на себя сейчас возьмешь чуть-чуть еще огонь. А я потом уже, когда буду быстро стрелять, буду насасывать урон. Все, я перехожу в режим ярости, блядь. Отходи чуть-чуть, отходи, я высасываю нормально. У меня тут такой насос идет, блядь, что просто капздец. Я просто еще когда впрыгиваю в жизни... Ого, чувак, нас... Я отошел, потому что, блядь, здесь жарко было, блядь. Да, блядь. Вот блядь, это... жалко дракона. Реально мы тупанули, Олег, блядь. Нахуя было вот это вдвоем идти? Наши, я не знаю, ну, просто мы тупанули, блядь. Наши еще просто их не держали. Ну, я думал, что они как раз на них будут отвлекаться и будет нормально. Они что-то, я не знаю, что они там. Они что делали-то вообще, я так и не понял. Ну, не знаю, но походу привели нам все, что можно было. Ну, те и сами подошли хорошо. Сейчас будем ловить дракона у себя. Блядь, я реально булварка нагинаю, блядь, еще вот так вот. Смотри, что делаю, блядь. Что с драконом? Ничего, он уже, наверное, захилился обратно, мне кажется. Да, он с полной жизнью. Ну все, хорошо, пусть никому. Да, надо просто, чтобы, бля, больше народу было. А не, главное, чтобы не им. Фу, блин. Реально мы вынесли его, если бы эти тюлени бы, блин. Хотим запустить по низу дронов. Олежек, я пошел вниз. Или как? Ты... С доктором идем вниз, бля, дронов освободим, запустим им снизу, бля, чтобы они... Ну давай, чтобы они, главное, это вот. Не пошли за драконом, понимаешь? Вот что очень важный момент. Я сейчас как раз тут... Вы идите, а я сейчас тут еще поброжу чуть-чуть. Они что-то наверху, они идут на дракона. Давай наверх. Понял. Они уже идут, все. Бля, они его, наверное, сейчас освободят. Есть они там? Да, есть. Ай-яй. Блин, чувак, оно так долго бежит, это, бля, без всего. Что ты там? Я сдох, но я не дал им за это забрать, и кобра тут была, и все нормально. Кобра умер, но мы не дали просто им тут это вот. Ты тоже держи их просто так, чтобы они, знаешь, не сильно наглели. А где все, блядь? Страйкер, ну что они там, блядь? Доктор мог бы оставить уже этих роботов, и они бы сами валили ту башню. Блин, меня чуть не это вот. Меня распердолили. Нормально. Подхилься и опять возьми их напряги, потому что не надо им давать дракона. Он опять с полной жизнью. Они сейчас прыгай на них и опять крутись. Не давай им, блядь. Сейчас я... Потому что они гонят беса, блядь. Да. Давай, залетай. Все, крутись и крути этого оленя. Ай, отлично. У нас доктор снизу с дронами пошел, блин. Просто зверь, блин, реально. Нормально. Я тебе скажу, мы нехило залетали в толпу, блин. Что? Я говорю, классно в толпу залетали вместе. Такой разнос был. Капец, блин, просто. Не отпускали стопер сразу. Ты, я глушу, блин. Что доктор тут натворил вообще? Доктор красавец, он вообще, он так лечил, он так поддерживал офигенно. Так мы втроем, смотри, дружище, вот мы втроем на поддержке что работали. У тебя 20 поддержки, у доктора 21, у меня 25. То есть мы реально, типа, вообще там, знаешь. А у них, смотри, у них вообще поддержки. Вот то, что Булварк там пытался, ну, мы просто его выносили, блядь. Так, чувак, смотри, у них четверо оранжевых, и они вообще именно, ну, они, блин. Они охерели, короче. Слегка. Друг с другом, типа, не могли поладить, куда бежать, что делать. Ну да. Так, сейчас я как раз